Вот может ли вот такое вот быть, вот то, что вот у моей жены с глазами проблемы? Она как бы плохо видит. И, ну, у нее еще поэтому, у отца, у ее мама тоже слепая была, но она дожила 75 лет или что, но она как бы не верит, жила, как бы и материлась, и там и всех там проклинала постоянно, и это я сам помню. И вот, и как бы и у отца тоже, у Йонова, у него как бы один глаз, как бы он есть, но он слепой. Вот такой брат у него тоже есть вот такой вот. И вот они как бы все вот коледуют там вот такие, могут гадать там вот так вот, вот такие вот. Может это как бы быть просто как бы наказание вот за то, что вот, ну как бы ребенку передаст вот это все. Это никак нельзя сказать. Это только Бог знает. Думать мы можем. Бывает наследственное. И духовно передается тоже. Какие родители? Дома сквернословие, значит, такие же дети растут. Наследуют пьянство, венерические болезни. В конкретном случае мы не можем утверждать ничего. Сказать, да будет воля Господня, и надо молиться. Как ему вот угодно. Она не курит, не пьет, и вот такого вот, и нету, вот такая вот, ну, и обратилась ей, как бы, бывает, я читаю Библию, и все вот. Вот слава Богу, что она обратилась раньше. Я меня как бы говорил, вот иди в свою секту там и молись. Вот так вот она мне раньше говорила. Но я ей всегда говорил, не говори никогда так, не знаешь. Не знаешь, что говоришь. И все. Довериться Богу и молиться. Пост и молитва. Другого оружия не дано. Незримая сторона от нас сокрыта. Какие демоны в какую сторону тащат? Творящий грех, он делается игрушкой в руках сатаны. Ну, понял, понял. Но суть в том, что я просто так об этом подумал, что могло вот это все передастся. Ну, как бы, кара Божья такая. Бог наказывает через детей. Что как бы, типа, говорят, что за грехи родителей отвечают дети. Все. Слов, вопросов больше нет. Ничего нету больше.